Покажи трусы. Трусы покажи. Где трусы? Блядь, это раз, ну человек выпил, блядь. А что с вами Вайпа, ты спать хочешь? Да, спать. Ну нет, ничего такого. А я не хочу спать. Я хочу прикалываться с такими... Выбирайте, которые хотят спать. Та смешная туда жопу. Это, по-моему, правильно надо сделать, да? Мне кажется, это не логично как-то даже. Единственное, что не имел туда жопу. А надо, надо. Я знаю, у тебя бубну жопы. Бубновый. Бубновый по оскорблению. Сука, дырный. А шо козырь, тихо? Шо козырь, блядь? Посыгрывай. Ой, блядь. Попей. Хуйня, у него картель. А чё он что делает? А, видео быстро. Он сюда будет, не обращай. Видеосъёмку. А, ну да. А ты вообще со своей, блядь, восточно-украинской желчью, блядь. Да, да. Мы братаком стоит. Давай. Кого? О! Что? Проблема в том, что сегодня бубновый туз – это рак. Начнем расставать раком и совать туда бубнового туза. Открывай жопу. Михалыч попал в западню. Наша Раша – новый сезон. Он стоит краком. У него уже без бубнового туза.